Всем привет, Саня, снова Атлантис. И сегодня ваше внимание хочу представить очередную мою посылочку, пришедшую в очередной раз с интернет-магазина AliExpress. Вот в такой вот коробочке. Понять не имею, что там, что-то скосидящее. Коробка довольно жесткая. Есть, скажем так, пару вещей, идущие с AliExpress, которые могут быть в коробочке. Будем надеяться, что это одна из таких вот хреновин. Так, давайте сейчас вскроем это все. Так, ножницы вскрыли. Нет, это не то, что я думал. Это не та хрень. Так, а почему она одна? По-моему, должно было быть две. Сделано, как всегда, криво, ручка относительно. И, по-моему, все-таки это не совсем под геймкуб. Было сказано, что отвертка для раскручивания геймкуба, Nintendo 64, Super Famicom, то бишь SNES. И здесь, учитывая размер, больше похоже, что это для картриджей. Хотя могу и ошибаться. Да, осталось только где-нибудь картриджи надыбать. Извиняюсь. Да, это для картриджа. Идеально подходит для Alone in the Dark. Ладно, я могу поверить, что это может раскручивать там картриджи Супер Фамикома. Ладно, Nintendo 64, допустим. Но где вы видели картриджи у GameCube? Вопрос. Может быть, карту памяти эта штука способна раскрутить? У меня оригинально нет карты памяти, так что вопрос. Ну ладно, со мной отверточка. У меня до этого была бита, теперь отвертка, теперь можно более масштабно раскручивать. Так что вот такая вот хренотень. Попробуй, конечно, но, по-моему, GameCube она больше. Да, поскольку я все-таки скрывал GameCube, я делал знаменитую самопальную отвертку при помощи ручки. Там диаметр был больше. Ну ладно, посмотрим. Ну, такая вот посылка, такая вот отверточка. На этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что, всем счастливо, пока и до встречи.